Горка «Слоненок», которая 30 лет прослужила мирненцам разных возрастов, прощается с детской площадкой у 5-го дома по улице Советской. Кататься на этой горке по сегодняшним стандартам стало небезопасно. Однако комплекс заменят другим. Обсуждаются разные варианты, в общем. Думаю, что после принятия решения или там предложенных вариантов нами, главой, там, некоторыми, может, жителями, придем к какому-то общему мнению и, основываясь на мнении граждан, еще вот в следующем году поставим, насытим, так скажем, эту площадку элементами детскими. За лето в Мирном изменилась не только эта площадка. В городском парке идут работы. Обновленный ботанический сад откроют в октябре, а на набережной Иреляха появится новое здание. Еще в городе появились новые детские площадки у домов 43 на Ленина и 12-14 на Павлова. Новая площадка до конца года откроется в Газовиках. У дома 22 на Комсомольской установили новую горку. Изменился двор и на улице 50 лет октября. Там появились лавочки, урны, газоны и бордюр. Двор дома 98/2 на Амосова благоустроят до конца осени.